57 лет рука об руку. Семья Волковых известна всему Красноармейскому району как символ крепкого брака. Об этой истории любви Юлия Важенина. За плечами супругов Волковых более полувека совместной жизни. Викентий Михайлович и Клара Аркадьевна поженились 57 лет назад, в далеком 1961 году. Число 25 для пары счастливое. Все знаковые события произошли именно в эту дату. 25 октября 1957 года Викентия Михайловича призвали в армию. 25 апреля 60 года он вернулся. И в этот же день встретил любовь всей своей жизни. А год спустя, 25 апреля, пара поженилась. Как говорят сами супруги, их жизнь была полна трудностей. Но вместе они смогли все выдержать. Любовь вечна. Есть она вечна. И если человека любит, он... Где бы ты ни был, у себя сердце держит. Это любовь. Это взаимное отношение людей друг к другу. Притяжение друг к другу. Сейчас Викентий Михайлович и Клара Аркадьевна на заслуженном отдыхе. Но в прошлом оба преподавали. Викентий Михайлович – историю, а Клара Аркадьевна – физику. Теперь супруг пишет книги. Автор вложил много сил в исследование истории родного края. А первое его произведение «Рука об руку по жизни» посвящено 80-летию любимой жены. Любовь и верность – вот два кита, на которых держится супружеская жизнь Волковых. Мы не различаем, это женская работа или мужская работа. Кто раньше времени, значит, вперед сами придет из школы, начинает работать. Если я приду пораньше, я начну. Это мужская работа, это женская работа. Мы не делили, а работали всегда вместе. У Волковых большая семья, две дочери, четверо внуков и одна правнучка. Показывать им, какой должна быть хорошая семья – главная задача супругов. Дети, они чувствительны. Они сами видят, как их родители друг к другу обращаются. Это есть самый главный пример для детей. В день семьи, любви и верности в Чебоксарах чествуют юбиляров совместной жизни. И семья Волковых – одна из тех, кто по праву достоин медалям за любовь и верность. Юлия Важенина, Мальвина Петрова, Александр Петров, Республика.